սիրում ենք ես Հայաստան, սիրում ենք ես ջան, մենք ու հետ ենք Հայաստան, ջան, 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 սիրում ենք ես Հայաստան, սիրում ենք ես ջան, մենք ու հետ ենք Հայաստան, ջան, ջան, ջան. Բարև ձեզ, հայրենակիցներ և ուկրաինացիներ. Здравствуйте, дорогие армяне, здравствуйте, дорогие украинцы. С вами проект «Армяне в Украине». Я Михаил Багратиони. Я Овакими Антатевик. И сегодня у нас в гостях талантливый, чудесный человек, изобретатель и музыкант Беник Милконян. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня. Первый вопрос. Хотелось бы узнать, Беник, как давно вы живете в Украине? Я на Украине уже живу 20 лет. 20 лет. Понятно. И как вам нравится у нас в Украине жить? Очень. Слов не найду. Вот. А вот интересно, когда приехали в Украину, вы же еще тогда не занимались музыкой как таковой особо? Чем, чем именно вот вы занимались? Что вас привело в Украину? Я приехал на Украину на 3 месяца. На 3 месяца. Остались на 20 лет? Я осталась на 20 уже, 20 лет живу уже, но с музыкой не занимался я. Да. Я занимался спортом, дзюдоистом. Да. А с какого возраста вы начали заниматься музыкой? Я начал заниматься 25 лет мне уже. С 25 лет, да? 25-26 так начал заниматься. Понятно. А, интересно, вот какие ваши успехи в спорте? Вот занимались вы спортом? Я бил ЦС, я выиграл Союз. Союз. Все времена. Кандидат мастера спорта. Кандидат мастера спорта под дзюдо. Да, а вот интересно, вот вы занимались спортом. Сколько лет вы занимались спортом? 8 лет. 8 лет занимались спортом. И когда вот вы, как случилось так, что вы начали заниматься музыкой? Знаете, что я вам скажу? Никогда врач или преступники, эти люди никогда они не знают, что будет дальше. Когда жизнь человека заставляет, он или выбирает хороший путь, или выбирает плохой путь. Но я уважаю себя, уважаю моих родителей. Уважая мой народ, я никогда не хотел позорить им, потому что я думал лучшему, чем хуже. И я стал музыкантом, потому что я очень люблю музыку. Я думаю, нету таких людей, чтобы музыку не любить. Mm-hmm. Я очень люблю музыку, и я сам добился к этому. Да, вот вы музыкант, на каких вы вообще инструментах играете музыкальных? Я сперва очень любил играть на аккордеоне. Мне очень нравился аккордеон. Mm-hmm. Мне очень нравился аккордеон. А потом так получилось, чтобы я начал играть вот мои инструменты, которые я сам создал. Mm-hmm. Духави. Вот интересно, по поводу созданных именно изобретений этого новшества ваших инструментов. Вот. А как давно вы вот, как давно вам пришла эта идея, вы создали их? Как давно это случилось? Идея я еще этот инструмент я видел в дом музыки у нас. Киеве. Mm-hmm. Оно как украинский блокфлейта. Украинская блокфлейта. Я взял, да, мне звук не понравился. Я взял и так случайно придумал надевать кларнетовую штуку. Mm-hmm. И так и началось. И оно играю. Вообще-то мой первый учитель это зеркало. Да, я перед зеркалом сидел, играл. И меня никто не учил. Никто. Ну, то есть самородок. Так, самородок, конечно. Да. И так пошло. Ну, я знаю, что на этом изобретении мало кто может играть, кроме вас. И именно ту тональность, ту окраску звука передавать можете только вы. Знаете, что вам скажу? Все равно, когда человек что-то придумает он сам, в каком-то есть секрет. Конечно. Который он знает только о том, что он знает. Понимаете, вот я знаю. Я много раз сказал людям, у меня мои друзья, очень многие хорошие кларнетисты, саксофонисты, они взяли, попробовали играть. Ну, не то, что я не хочу, чтобы они не играли. Я им сказал, играйте, дал я. Я даже один раз со мной спора был, вот мой друг парень азербайджанец, самый сильный кларнетист, тоже из сильных в Баку, он взял, попробовал, у него не получилось. Он взял, мне подарили инструмент свой. Да, и цепь. Наспор. И цепь. Да. Ну, с уважением мне, если ему говорят, я признаюсь твоим пальцем. Могут, может быть, пальцем играть, но не дадут тот звук, который я даю. Это у меня в душе, от души идет. Я не знаю, почему не могут. Я же не могу лезть в ту душу, в которую они играют. Ну, правильно? Да. Я не могу. Я играю. Я не знаю, как сказать. Да.
Вот мы бы хотели бы услышать, думаю, наши телезрители тоже очень сильно хотели бы услышать, как вы играете. Смогли бы вы сейчас нам что-нибудь сыграть? Поиграю. Ну, я вам скажу одну вещь. Да. Даже наш армянский дудук, когда играют, всегда должно быть какой-то фон. Это называется по-армянски дан. Да. Вот если я играю, я солист, рядом со мной, как наш дядя Дживан играет, да? Вы видели, рядом налево, направо есть. Это называется, они называются дамкаш, дамкаши. Ну, без дама не так звучит, но все равно я попробую. Браво, брависсимо, чудесно. Очень красиво звучит. Денег Джан, я вот знаю историю одну, хотел бы вас, от вас услышать, так ли это или нет. Вот на открытии церкви во Львове по приглашению уважаемого Нвера Мхтаряна, я слышал, что вы до слез поразили просто всех, до слез поразили, в частности, одного очень выдающегося французского деятеля.